Так, здрасте, дорогие мои. Так, посмотрим. А, вон она. Вон они где мотаются. Голуби. Ну так, чуть-чуть сейчас и голубей покажем. Ну, как всегда, у нас 100% влажности. Ветерок, туманчик. Слава богу, чуть-чуть похолодало еще. Нормально. Ну и как всегда, птица в небе. Как всегда. Без этого никак. Так, дорогие мои. Ну, вчера смотрел Миши Гаврилова ролик, когда Сапсан атакует. А так 10, наверное, он заснял. И притом это местность, это Казань, где очень многие говорят, что там не бывает сапсанов. Ну, мало того, что нашелся сапсан, и еще он ничего не мог делать. И частенько у нас там люди пишут, вот как это так, ты представляешь, у сапсана скорость 322-389 километров в час. У голубей 50, да ты своей головой думаешь, как может хороший голубь уйти от сапсана? Ну, то, что у нас уже практически 80-90% населения уже лишён логики, я как бы эту тему не хочу обсуждать и никого не хочу как бы это, да, там задевать то другое. Но то, что логика частенько у нас у людей отсутствует, частенько отсутствует. В этом тоже спорить как бы смысла нету. По-моему, челенок он там наверху. Ну, кто-то в тумане есть, я еще не знаю. Так, ну, попробуем сделать так, дорогие мои. Попробуем все де-факто, по науке, не по этим, не по слухам, не по рассказам, не по тем-то другим. Просто сейчас чисто, да, так. Говорит, ничего личного, одни факты. Закон Галилея. Согласно источнику Википедия, предположив, что произошло бы в случае свободного падения тел в вакууме, Галилей вывел следующие законы падения тел для идеального случая. Все тела при падении движутся одинаково, начав падать одновременно, они движутся с одинаковой скоростью. То есть, что это значит? Попробуй. Это не я, дорогие мои, это такой всемирный ученый, Галилео. У него, ну, кто как бы физику изучал, как он этот закон, это, да, как бы узнал, создал. Галилей, значит, поднялся на башню и оттуда выпускал предметы. И засекал, какой предмет, как падает, насколько падает, сколько секунд падает, сколько минут падает, короче. Ну, тем самым вывел как бы этот закон. Значит, что такое скорость у сапсана? Те, которые люди говорят, что сапсан развивает 322 километра в час или 389 зафиксировано даже. Что это значит на самом деле? В общем, такой скорости сапсан летит или с такой скорости сапсан падает? Потому что, понимаете, если вас сейчас тоже поднять там из самолета выкинуть, у вас скорость будет астрономическая. Но это не говорит о том, что вы с такой скоростью бегаете. Нет, вы бегаете обычно, как положено человеку. А при свободном падении вы можете развивать очень-очень-очень большую скорость. Вы сами, личные, которые там не может развивать скорость 100 км в час, но если вас сбросит с самолета, там, с нескольких километров, то у вас скорость может быть и 40 тысяч километров в час. Понимаете, ближе к земле. И почему скорость у сапсана 322 и 389?
Ну, мы же прекрасно знаем, что есть средняя скорость, да, но такое большое расхождение, допустим, ну, гепард бежит там 110, по-моему, или 120 километров в час. Ну, нету такой же, вот сказали, что вот этот гепард лежит там 120 километров в час скоростью, а другой гепард бежит там 189 километров в час скоростью. Нет, почему? Потому что тут не зависит от коэффициента свободного падения. Есть такую буква G, 9,8, 10 метров в секунду получается, да, там? Это скорость свободного, да, ускорение свободного падения. То есть, когда падает сверху, у него что получается? То есть, первоначальная формула скорости, это V0 плюс GT. V0 – это его первоначальная скорость. Ну, скажем так, когда гепард кидается на антилопа, антилопа стоит. Гепард уже кидается, то есть у гепарда уже есть определенная скорость. Это первоначальная скорость, да, V0, V0. То есть гепард уже летит на антилопа с какой-то скоростью. Антилопа стоит. А потом в дальнейшем идет уже это, да, там, дальнейшая скорость. В общем, то есть и антилопа бежит, и гепард бежит за ним. То есть скорость гепарду прибавляется, то есть, ну, это, да, к расстоянию. То есть гепард может чуть больше расстояния пройти, из-за чего? Потому что у него был первоначальный скорость. Но в дальнейшем, если мы смотрим, в дальнейшем получается так, что гепард-то не может антилопу догнать, потому что у антилопы скорость такой, да, больше, быстрее, чем у гепарда. И с каждым секундом он отстает. Теперь возьмем по паре голубь сапсана. Вот смотрите, скажем вот так, с точки, с километра, с полутора начинается атака сапсана. У сапсана есть первоначальная скорость, потому что никогда голубь не атакует на сапсана. Всегда сапсан атакует на голубя. То есть кидается всегда сапсан, а не голубь. То есть у сапсана есть первоначальная скорость. V0. Дальше плюс GT. То есть скорость свободного падения, ускорение свободного падения и время. Сколько секунд или сколько минут всего вот это продлевается, да? Ну, поскольку там по телосложнению, по размеру, да, допустим, они одинаковые, то есть, ну, это вот частенько задается вопрос людей. Что тяжелее, килограмм ваты или килограмм железа, да? И четко люди отвечают: конечно, ты что, дурак, что ли, килограмм железа? То есть, ну, ему объясняют: ты что, сумасшедший, что ли? Ну, что тяжелее, железо или вата? Ему задаешь опять этот вопрос, да? Что тяжелее, килограмм ваты или килограмм железа? Ты что, говорит, совсем тупой, что ли? Не понимаешь, что килограмм железа тяжелее, чем килограмм вата? Вот с такой логикой есть люди, да? То есть, практически скорость получается у обоих одинаковая. Ну... Скорость сапсана зафиксирована орнитологами. Орнитологи зафиксировали скорость падения сапсана. Но они ни разу не зафиксировали скорость падения голубя. Ну, тут и бабки ходить не надо. Да, скажем, вот формула 1. Когда вот идут два спорткара, спортивные машины, один к другому, прямо чуть ли не в заднице, ровно, одинаково летят. Ну, может быть, что у одного спорткара, да, там у спортивной машины скорость 350 километров, потому что на нем нарисован знак сапсана. А у другого, который впереди его, скорость 50 километров. Ну, это же глупо, дорогие мои. Порой скорость голуби выше, чем скорость сапсана, учитывая того, что сапсан сам кидается на голубя, то есть у него есть первоначальная скорость.
То есть не голубь кидается на сапсан, а сапсан кидается на голубя. То есть у него уже есть стартовый скорость, первоначальный скорость, везеру. Дальше уже идет скорость свободного, то есть падение. И при этом сапсан не может догнать голубя. Это говорит только об одном, что скорость свободного падения у голубя больше, чем у сапсана. Да, после этого голубь может умереть. То есть уйди, уходя от сапсана при таком скорости, я показывал, у меня вот в этом гнезде сидел шоколадный голубь, который шансов никаких не давал. Когда с точки падали вниз, скорость, то есть расстояние было в пользу голубя, а не в пользу сапсана. Да, после этого у него печень разрушился, не выдержал организм. Ну, в природе все есть. У сапсана совершенно другие ноздры, совершенно другая обтекаемость тела, да, чем у голубя. Но одновременно не то, что глупо, это просто тупо, еще раз повторяю, тупо сказать, что у сапсана скорость 389 километров в час, а у голубя 50. Дорогие мои, когда с точки падают сапсан и голубь, то есть начинается атака сапсана, пикировка сапсана, очень часто сапсан не догоняет, не может догнать голубя. Просто по ровной, они вертикально падают вниз. Ну, там не вертикально, под 45 градусов падают они обычно. В общем, то есть они, ну вот камень вот кидаешь. Вот представьте себя, поднялись там на небоскребе, выкидываете два камня, да? Получается так, чтобы один камень чуть раньше падает, другой это, да? Но на том, который чуть позже падает, написано сапсан, вы говорите, что этот падает там со скоростью 320, а вот этот 50. Ну это глупо, дорогие мои. Поэтому, понимаете, включите логику. Тут большого ума не надо. Абсолютно большого ума не надо. Это элементарные вещи. Вот еще раз объясняю. Вот смотрите, формула 1. Идут две машины, притык, один к другому задницу целует. Один другому задницу целует. То, который впереди, конечно, у него скорость быстрее, чем то, которое сзади. Потому что если того, у которого сзади летит, скорость была бы больше, он бы обогнал эту машину. Но поскольку он не может догнать того, который спереди, то есть у впереди идущего машины скорость больше. Когда падают, голубь сзади сапсан, и расстояние сильно не разрывается, в этом случае на 1000% скорость у сапсана, это у голуби, быстрее, чем у сапсана. Когда разрыв сокращается, и сапсан может догнать голубя, да? Тут под вопросом. Почему? Потому что у сапсана была первоначальная скорость. Сапсан начал атаку, он стартанул. Вы стоите, я за вами кидаюсь, я за вами бегаю, у меня уже есть скорость, а в этот момент у вас скорость ноль. То есть у меня уже есть определенная скорость, а у вас скорость ноль. Поэтому вот, ну, пожалуйста, когда вот говорите, как говорил это, да, там, наш классник, а думай, да, что говоришь, подумайте, прежде чем говорить. В вертикальном полете, когда вертикально, это, да, горизонтальном полете, когда летают, у сапсанов ноль шансов догнать. Почему ноль шансов догнать? Потому что сапсан, он спринтер. Вот как скажем, антилопа и гепард. Гепард, он спринтер. Леопард, он спринтер. То есть он может быстро бегать, но очень коротко. Гепард может, это, да, антилопа может, олень, антилопа, да, могут долго бегать. И опять же быстро. Понимаете? Голубь может этот темп выдерживать намного дольше,
чем Сапсан. И поэтому, если Сапсан сделал свою первую атаку, и он не зацепил голубя, в дальнейшем, чем больше у него атак, тем они становятся безрезультативным. Ну вот считайте, вот вы дубинкой хотите кому-нибудь там по башке какого там, это, да, вот такого, ну, здоровяка там по башке бить. Вы сзади идете, бьете. Если вы не попали по голове, то дальше шансов у вас попасть по нему, это по голове, будет очень-очень мало. Дальше он сам будет вам по голове бить. Понимаете? То же самое, шансов у Сапсана с каждой атакой становится меньше, 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 меньше. То есть сравнивается к нулю. И вот тот факт, что из 10 атак у него 8-9 результативно, это просто бред. Это брехня. Это наглый ложь. Понимаете? Да, есть голуби, которые абсолютно тупые, абсолютно больные. Их не то, что Сапсан возьмет, их и вороны возьмут, и сороки возьмут. Но это не говорит о том, что голубь он такой. Понимаете? Это не говорит о том. Просто эта птица такая. Эту птицу так испортили. Она больная, она никакая, она мертвая. И поэтому очень многие говорят... Это, да, больные голуби не летают. То есть люди не могут понять, что больные голуби могут летать. Просто то, что они считают больными, это уже мертвая птица, это парализованная птица. Это не больная, это мертвая. Больные голуби летают, и Сапсан их ловит. В первую очередь их ловит. Не здоровых, а больных. Понимаете? Ну еще раз, ну надеюсь, до кого-то дошло, кто-то понял, понимаете, это элементарная физика, элементарная, хорошо, элементарная, ничего не надо, да, там первоначальная скорость, скорость свободного падения, да, еще раз говорю, если вас поднять и выкинуть, самолета к земле у вас скорость будет астрономическая, но это не говорит о том, что вы с такой скоростью можете бегать. Как говорится в русском народе, хорошая поговорка, да, говорит, не путайте хрен с пальцем, дорогие мои. 322, 389 – это скорость зафиксирована при свободном падении. Даже если мы будем учитывать, что у Сапсана это, да, скорость при пикировании больше, чем у голуби, и он обязательно поймает голуби, но если Сапсан падает 389 это, да, километров в час, и только ближе к земле он может догнать голубя, блин, ну значит у голубя тоже почти такой же скорость. Пусть там не 389, а 386, 385, 370, но не 50 же километров. Как некоторые дебилы вот выучили и наизусть говорят, да, у Сапсана 380, 390, у голубей 50. На самом деле никто еще никогда не зафиксировал скорость падения голубей. Но я вас уверяю, она не меньше. Почему не меньше? Еще раз объясняю. Формула 1, два спорткара. Один к другому к жопе приткнулся, летят. Точно так же, как падает сверху Сапсан с этим, да, с голубем. Может ли быть, что у одного спорткара там скорость там 350, а у другого 50? Нет, ни хрена не может быть. Может быть только одно. То, которое впереди, у него 350, а то, которое сзади, у него 349 или 348. Ну, кто понял, понял. Кто не понял, дорогие мои. Ну, что я могу делать? Ничего я с этим поделать не могу. Логика. Есть логическое мышление. Люди могут найти и понять. Нету, значит, ничего. Но еще раз повторяю, скорость практически одинаковая. Что при горизонтальном полете, что вертикальном. Просто единственное, что голубь этот темп выдерживает дольше, чем Сапсан. Удачи всем!